Мы на месте. Мы приветствуем Айнарца, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он доверит. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Айнарса, под ногами 360 градусов вокруг него. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Айнарса, находит все. У него огромный красный дракон, трехглавый. Где он сейчас? Сейчас в клетке. Хорошо. Спокойно себя ведет? Да, спокойно его было видно, пока мы поднимали его. Понял. У него неупокойная душа, джин и арахноид. Больше никого? Нет. Итак, у нас красный дракон трехглавый. Считай цифры над головами. 8023. Да. 3246. Да. 511. 511. Красный дракон обучал ты молодую голову? Да, обучал. Ну, скажи мне, тогда у тебя должно быть разрешение от Айнарса на то, чтобы ты пребывал в его биополе, да? Да, есть разрешение. У тебя есть контракт? Есть. Хорошо, будем разбираться. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать всем присутствующим вопросы, вы будете на них отвечать. Я даю команду тонкой копии Айнарса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей негативной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Айнарсу, энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 2 года. В квартире присутствуешь? В доме. В доме. Понятно. Хорошо. Мы сегодня дом будем чистить. Считай цифру джинна над головой. 73-21. 73-21 уже подходит к золотому. Золотой уже или еще синий? Золотой на 80%. Хорошо. Золотой джин. Сколько ты находился в этом биополе и в доме, где ты присутствуешь? 6-й год. С какой вещью попал? Книга. В квартире тоже есть твоя пыль, да? Да. Хорошо. Неупокойная душа. Представься, как тебе обращаться. А канала нет к неупокойной душе, Вера? Посмотри. Есть. Есть. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Кто у нас там? И почему у тебя канал неупокойная душа? Потому что она давно в нем. И сколько давно? Кто ты? Представься, имя свое назови. И почему ты находишься здесь? Минерго какое-то имя у нее. Минерго. Хорошо, Минерго. Как давно закончился твой земной путь? 932 год. Как долго ты находишься в этом биополе? 2 года. А почему ты не хотела уходить в чистилище? Потому что питалась его энергиями. А почему ты не хотела уходить, мой вопрос? Я не могу жить без энергии. В свое время не ушла, мстила. Ты магией занималась? Нет. Как ты мстила? Что ты сделала, что ты не можешь уйти с 1932 года? И не хотела уходить? Она повешалась и мстила тому, кто довел ее до самоубийства. А потом уже не смогла уйти и искала энергии, чтобы подпитаться и жить. Переходила от одного к другому. С его энергией ей комфортно. Что ты забирала у него? Физические энергии. Ноги. Он чувствовал боли в ногах? Слабость, усталость, как подкашивались. Это была твоя работа. Понятно. Хорошо. Посмотри, как у нас с реверсом, Вера. Закончит. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Айнар забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращается назад. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе по праву. Хорошо. Понятно. Значит, ты находилась 2 года и не хотела никуда уходить, я так понимаю, да? Нет, его... Энергии и вибрации совпадают с теми, что у меня были при жизни.
Хорошо, и дальше какие твои планы? Вот ты паразитировала в его биополе, тебе это понятно? Мне понятно, но у меня не было другого выхода. У тебя есть всегда выход уйти в чистилище, но ты почему-то его не выбрала. Я не понимаю, почему. Я уже объяснила, почему. Ты понимаешь, дальше идея? Мы ищем портал. А, понятно. Ты знала, что мы откроем этот портал? Можем открыть портал? Была такая информация, но зашла я не на это. Хорошо. Ты готова уходить сегодня? Готова. Хорошо. Ждем окончания реверса. А что с этим человеком, который тебя... Ты сама повесилась или тебя повесили? Или довели до самоубийства? Довели до самоубийства. И сколько тебе лет было? 31. Ой, совсем молодая. А как ты отомстила ему? Никак, преследовала. Ну, и он прожил свою жизнь, и ничего это не принесло, да? Да. Ты не испытываешь разочарования от этих потерянных энергий? Испытываю. Мало того, я много чего поняла, сколько не могла понять при жизни. Отличный опыт. Будем считать так. Хорошо, сейчас закончим с реверсом. Я не буду тебя долго задерживать. Минерго. Интересное имя у тебя. А в какой стране ты жила при жизни? Помнит еще? Колония идет слово. Колония? Это что, город такой? Кёльн? Германия? Нет, колония. Колония чего? Какой страны? Англии. Английская колония, да? А какая именно? Она не помнит, у нее идут воспоминания, она картинки бросает. Какие-то. Ну, понятно, я вижу. Остров. Ревер закончился. Остров, какие-то море или океан. Хорошо. Ревер закончился. Мы все забрали. Значит, тогда у нас арахнует, выходит, собирает все, что он оставил в этом биополе. Ничего не забывает и возвращается в клетку. Приступай, арахнует. Минерго, ты оставила что-нибудь в биополе или ты только энергию брала? Только энергию физическую. Хорошо. Хорошо, без проблем. А тебе хватает сейчас энергии здесь находясь? Хватает. Хорошо. Если надо дать тебе энергию, ты скажи, я тебе дам. Шум в голове у него был от арахноида. Шум в голове. Хорошо. Вот причина шума. Айнарс. Все снял. Хорошо, Джин, выходить не надо. Джин, собирай, отключайся, всю свою пыль. Ничего не забывай. И докладываем о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то оставит что-то или забудет, он может сгореть в этой клетке. Хорошо, переходим к красному дракону. Красный дракон, расскажи мне о контракте. Меня так интересно стало. Когда ты успел его заключить? Сейчас, подожди, Джин закончил. Давай Джином закончим, хорошо. Джин закончил? Да, закончил. Хорошо, красный дракон. Давай тогда сделаем следующим образом. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся в клетку. Приступай. Где он установил платы свои, Вера? И как они работали, дракон? Ну, у него сердце, шутха. В сердце установил, в голосовой чакре установил. Пришел он к нему во сне. Он говорит, что добрая душа. Пожаловался он, что не хватает ему энергии. Так ты обманываешь. Он разрешил его отдать немного своей энергии бедному маленькому дракону. И когда это было? 12 лет. Ты 12 лет использовал бесстыдным образом этот порыв человеческой эмоции, желания помочь кому-то. Что ты даже третью голову на этом учил, дракон, да? У меня сегодня глубокое разочарование. Я видел много драконов, но таких отмороженных, как ты, я редко видел, дракон. А в чем моя вина показать человеческую доброту? Тебе дали руку помощи, а ты эту руку в нее кусаешь, как змея. У тебя нет вообще понимания того, что ты что-то неправильно сделал. Чем ты хуже, чем ты лучше демона или беса? Он показывает, как он разросся в этой доброте, в сердечной чакре, показывая щедрость. Ты знаешь, дракон, мне не нравится то, что ты сделал. И я уверен, Айнарсу тоже не нравится, что ты сделал. И ты считаешь, я чувствую, просто на физическом уровне твой обман. Я чувствую, как ты использовал. И поэтому ты сегодня получишь от меня урок. В моих руках появляется печать дракона. 1, 2, 3. Я ее включаю на полную мощность. Да будет так, а так и есть. Маленькая голова визжит. Ну, она первая отключится.
Она подвисла на шее. Самая старшая просит остановиться. Выключая печать дракона. Итак, дракон, что ты понял? Он говорит, что у него контракт. Не заключайте контракт с драконами. Не понял. Контракт работает в обе стороны. Ты сегодня получил удар за то, что ты обманул человека. Ты воспользовался его добротой. Ты лжец. Все. И условия контракта ты будешь стоять в клетке до тех пор, пока я его не аннулирую. Если мне дальше что-то или Айнарис не понравится, я тебя уменьшу в 3 раза и свяжу голову косичками. Ну, понял тебя. Так, он все убрал или нет? Да. Включаем внутренний белый свет Айнарсу. И этим светом он выдалит из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел свет. Все это выходит негативное и патогенное и формируется в шар перед ним. Он закрыл глаза и расслабился, и из него выходит поток энергии от каждого интерферента, который он считал за свои. Он их отпускает. Отлично. Ему энергии хватает? Хватает. Хорошо. Готов шар. Большой? Небольшой. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Проверку он прошел. Подхожу к Кайнарцу, помогая моей энергии сделать импульс высокой вибрационного шока удара и отсечь ему эти каналы к интерферентам. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахной Джин, я сейчас отправлю вас в квартиру. Вы соберете за это время все, что вы оставили там. Дождайтесь меня. Я приду, проверю и отправлю вас на вашу чистоту. Все понятно? Да. Открывается 2 портала против часовой стрелки в квартиру. В смысле, в квартиру 2 портала открывается. Один уходит Джин в квартиру. И арахноид уходит в другой портал, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Поехали дальше. Неупокоенная душа, Минерга. Ты закончила свой опыт здесь? Ты готова уходить? Готова. Даю команду. Открывается портал в чистилище. Светлый портал. 1, 2, 3. И Минерга уходит в этот портал. Ее встречает ее куратор, друзья, все, кто ее знал и любил. Мы желаем ей всего наилучшего. Встречает Эвера? И куратор встречает. Отлично. Благодарит. Во благо. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. И у нас остался красный дракон, да? Да. Который зашел не в свою цивилизацию. Значит, тогда ты будешь стоять сейчас и ждать, пока я аннулирую контракты. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Айнарц должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, готов. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят. Активные подсвечиваются. У него большой контракт уже нарос он драконом. Большой контракт. Хорошо. Айнарц, вы не хотите посмотреть содержание контракта? Считай информацию, Вера. Айнарс может... Нет, он не хочет посмотреть. Дракон рассказал все. А, ну хорошо. Он понял свою ошибку? Понял, да. Проверять надо. Хорошо. Вы готовы аннулировать этот контракт? Готов аннулировать. Повторяйте за мной. Внуши законному право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Есть. Человеческая энергия возвращается. И человеческую энергию возвращает. Ой, же ж ты дракон. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, и этот контракт уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Все контракты аннулированы. Готово. Итак, дракон, мы вернулись к моменту нашего начала, нашего разговора. У тебя есть контракт? Аннулирован с обеих сторон, но он в доме находится. Ты еще в доме находишься? А что ж ты мне не сказал сразу? Я же спрашивал у всех, кто в доме находится. Хорошо, значит, придется с тобой еще раз сегодня встретиться. За это время ты соберешь все свои платы, и, как все остальные, будешь меня дожидаться. Я проверю и отпущу тебя на твою чистоту. Все понятно? Да. Открывая сейчас портал в квартиру,
Айнарса, 1, 2, 3, дом, и красный дракон уходит туда, дожидается нас. Закрывая, печатая, растворяя. У него маленькая голова такая висит. Готово. Он пришел за опытом, вот он опыт получил. Ну, конечно, было безрассудно такое давать, помогать маленькому дракончику, который хотел погреться и покушать. Вот так это все происходит, реально, во сне. Это просто иногда и комментировать тяжело. Поехали по частотам. Переходим на число. Пусть тонкая копия Айнарса вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 620. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Айнарса, то число значения 620 Гц. Пошел подъем. Это искра, которая в нем горела. Хорошо. Горит она сейчас? Да. Отлично. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, мы закончили чистку. Как вы себя чувствуете, Айнарс? Очень противоречивые чувства. С одной стороны, было любопытство, а с другой стороны, разбудил душу и почистил. Интересно себя чувствую. Что-то проснулось внутри. Я не вижу здесь противоречия. Именно так подвел вас ваш куратор. Так это все и происходит. Если захотите узнать больше о себе, обратитесь к нам, мы вам организуем встречу с вашим куратором. Вы можете задать 10 вопросов. А сейчас мы будем возвращать вас назад, в вашу систему биоробот-душа. И после этого перейдем сразу к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Айнарса в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. Отключаемся от Айнарса и переносись к его входной двери дома. 1, 2, 3. Ты стоишь перед входной дверью дома. Я здесь. Входи в дом и даю команду. Клетка устанавливается в одной из комнат. Пошел процесс. Установилась клетка. Хорошо, поехали. У нас там трое старых друзей. У нас здесь два арахноида. Уже два арахноида, хорошо. Еще один арахноид. Арахноид второй, который меня еще не знает. У тебя есть что-то в этом доме? Да, есть. Хорошо. На потолке. Давай, выходи. Не на потолке, на крыше, чердаке. На чердаке. Давай, собирай тогда всю паутину, выходи. Если есть потомство, собирай потомство и возвращайся в эту клетку. Второй арахноид, который меня знает. Ты все собрал? Да, он все собрал. Хорошо, сейчас дождемся твоего соплеменника и отправлю вас на одну чистоту. Готово. Хорошо, арахноиды готовы уходить? Готовы. Открывается наверху один портал на чистоте арахноидов. 1, 2, 3. И оба арахноида уходят в этот портал, забирают все, что с собой принесли. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Подожди, я скажу, кто в клетке. Давай. Красный дракон, джин, черт, две воронки. Здесь как мыши какие-то фантомные. Мыши? Да. Откуда вы взялись, фантомные мыши? Под домом они где-то. Открываем портал на чистоте этих мышей. 1, 2, 3. И эти фантомы мыши уходят на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Открывается под воронками двумя портал в галактическое ядро, и воронки уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. У черта считай цифры над головой. 5. Ты здесь хозяйничал? Я хозяйничал. Хорошо, давай, выходи сейчас и собирай все свои комочки, одеялки, все, что ты раскидал по этой квартире, по этому дому. И когда все соберешь, возвращайся сюда. Приступай. На лестницах у него. На лестницах. Любимое место, кстати, да. И под лестницей. Обычно порталы. Одеяло. А где оно было? В спальнях одеялки. В спальнях, понятно. Ну, человек должен был ощущать потерю энергии при сне. Что человек, раздражался или терял энергию? Что там было? Черт. Энергию терял, спал беспокойно, крутился. Казалось ему что-то. Раздражение было. Я не мог понять, в чем причина. А это ты просто собирал свои энергии, правильно? Да. Хорошо. Одеялка работала. Ну? Не всю ночь, самые темные часы. Понятно. Все собрал. Хорошо. Теперь тогда сделаем следующее. Мы сейчас пройдемся с тобой по квартире. Ты мне покажешь все порталы. И после этого я их закрою. Потом мы
вернемся назад к клетке, и я соберу еще весь негатив в этом доме, отдам тебе в дорогу. Тебя устраивает такой вариант? Устраивает. Хорошо, ну давай перед тем, как ты начнешь мне показывать порталы, отпустим тех, кто у нас уже здесь стоят, и все должны были собрать. Например, Джин. Джин, ты все собрал? Да, все собрал, ничего не, как договаривались. Как договаривались, хорошо. Ты выполнил обещание, я выполняю. Готов уходить? Готов. Не больше не приходи к нему. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Красный дракон, ты собрал все свои платы? Или забыл, он что? Он все собрал. У него нет больше права здесь находиться. И он хочет уйти, да? Он хочет уйти. Я хочу получить от красного дракона слово. Красного дракона, что он больше никогда не подойдет к этому человеку, ни в его дом. Даю слово красного дракона. Отлично. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, все ушли. Черт, ты можешь начинать показывать порталы. Пошли. У него да. В дом входишь. Там небольшой спуск к лестнице, две, наверное, там. И там в полу портал, воронка. Хорошо. Видишь это место? Воронка даже. Хорошо, видишь это место? Да. Вот этой воронкой внизу открывается воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда эту воронку. Фантом портала уходит. Наночастицы все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Пошли дальше. Дальше комната типа офиса. Со столом. А окно? Окно-портал? Окно. Отлично. Под окном внизу открывается воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала. Наночастицы все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Идем дальше. Дальше кухня. Где там? Стена. Какая стена? Стена со шкафами. Хорошо. Под этой стеной внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Идем дальше. Он идет наверх. Пошли. Между лестницами стена. Между этажами, вернее, стена. Хорошо. Там выемка такая в стене. Под этой выемкой в стене внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Еще есть? Да, он поднимается на второй этаж. И здесь стена на зеркало, похоже, зеркало. Зеркало, да? Но оно в коридоре. Под этим зеркалом внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо. Дальше ванна. Что там? Но это стена, может быть, окно, не знаю, над ванной, которая. Над ванной. Хорошо, по всему периметру ванны внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Все. Хорошо, возвращаемся все к клетке. Я даю команду на счет риска. Эмоции, мысли, чувств. Готово. Под космическим открывая портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И космический уходит на переработку, закрывая, опечатывая, растворяй. Есть. Хорошо, этот большой шар? Он какой-то плотный. Хорошо, черт, забираешь? Забирает. Отправляю черту, как и обещал. Большой для него слишком. Ну так с собой заберешь. Готов уходить? Готов. Больше сюда в этот дом не приходи, ты понял, да? Все понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. И черт уходит со своим негативом на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Клетка пустая? Да. Открывая под ней портал в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. И... Готово. Переносимся к входной двери. Да. И отключаемся от дома и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем.